Что определяет мужчину? Деньги! Ну, а дамы? Деньги. Пожалуйста, а? День-два я верну. А что сам не купишь? Ну, куда мне? У меня и так 16 машин. Ты ее в прошлый раз поцарапал. Ну, не будь ты какашкой. Это ж сопля была, мы же с тобой стерли. Ласточка, погнали, а? Мы вас немного по-другому представляли. С другой стороны, мы ровесники. Мне полтинник, вам тоже... Мне 49. Вы когда-нибудь менялись чем-нибудь таким значительным, но так, чтобы вот прям долго думать, меняться или нет? Ты пойдешь со мной на свингерскую вечеринку с Максимом, Леной любовь разделить? Сначала женщину нужно задобрить. Хочешь, я мусор вынесу? Нету мусора дома. А хочешь, я намусорю и вынесу? Вот. В чем подвох? Пил? Вы, наверное, читали, что человек меняется каждые 7 лет. Вот каждая клеточка меняется. Так вот надо, помимо клеточек, еще вот здесь меняться. Просто самому знать это. И меняться. Дело только хорошее будущее меняется в прошлое. Алло, пап, здравствуй. Тебя на вокзале встретит Регина и отвезет тебя в гостиницу. Ну зачем гостиница? Я думал, я у тебя остановлюсь. Просто совершай поступки. Знаете, могу с тысячным залом говорить часами. А с отцом ни разу толком так и не поговорил. Вот у вас такая дорогая гостиница, а света нигде нет. Спасибо, молодец. Делай хорошо. Только хорошо. В охапку ее. Хватит. А можешь делай лучше. Мужчина должен быть верным. Как папа? Лук забабахаешь. Ну давай, сынок. Нет. Как папа, нет. Хорошо. Она темнокожая у меня была. Вот. Они вообще не любят, когда их неграми называют. Правда, не любят. А я все равно прикалывался. Негритосик, дай чмокну в носик. Она тапка в меня. Лишь бы был бы случай. Быстрее, быстрее. Пробил и все. У нас презервативы в какую цену? Какие? Для одновременного оргазма. 300 рублей упаковка. Сколько? А у вас гусарских нет? Кончились 20 лет назад. Все